Черного моря, мы в Турции, сегодня 8 июня, на таможне мы были. Сегодня день трое сосчитать. Сколько на таможне были мы? Ну, я не знаю, сейчас сколько времени? 12 с лишним часов. Ну, в общем, по продолжительности больше всего были мы на таможне здесь, Грузия, Турция, Сарпи называется. Проезжаем через туннель. Что-то. Ну я не знаю, во сколько вчера мы приехали сюда. И почему нас остановили? Причин никаких не было. Придумали одно нельзя, другое. Давай требовать деньги. Какие-то люди ходят. Прямо в кассе сидят, а документ не дают. Просто так. $100. Маленько погодя, уже 300 евро. Потом 400, 500, 600 евро. Ну ясно дело, что ничего нет. Мы встали на молитву и непрерывно молились. Тут же. Прямо напротив входа в здание милиции, которое охраняет их. Нас фотографировали, смотрели, нам не до этого было. Утренняя молитва у меня сегодня продлилась 4 часа утром. Господь дал силу такую, мы получали известие, что Господь за нас. Я сказал, сатана в нас сцепился мертвой хваткой, но Господь отломит челюсть. Мы от Турции, когда поехали сюда по интернету, слышали только хорошее. Ничего нет. И видим, как быстро. Нигде так быстро не оформляет проход, проезд, как здесь. Прям потоком сразу. 6 касс печатают. Ничего не проверяют, не спрашивают, ничего нету. И вдруг так тормознули, все машины ушли, мы одни остались. И над нами тут изгаляется, как хочешь. Вывести собаку, а там же асфальт. Ну, нам разрешили по нашим паспортам собаку. Утром сегодня разрешили. Самим сходить тоже некуда. Ну, нашли, дали, показали. То есть трудности, если разобраться, никакой не было. Трудность тому, кто родину потерял, кто скитается, вот как, где война, кого сдвинула с места или пленили. Ну, Бог дал нам единодушие всем троим молиться. Это самое ценное. Я сказал братьям, причина не в турках, причина в нас. Нас Бог от чего-то хочет избавить. А сатану, говорит, он вскоре сокрушит под ноги. Римлянам 16:20. Так все и получилось. Вот только что мы выскочили. Отошел. Покажи море. Черное море с обратной стороны. Не нужен мне берег турецкий, пойдется. Вот тут как раз это и есть. И Африка мне не нужна. Мурат Николай за рулем. Читали Евангелие от Луки, 18 главу. Едем в Грецию через город Стамбул. Турция большое государство, это на карте кажется маленькое. Более 1000 километров в длину этот полуостров Малая Азия. Хоть он и малым называется, на самом деле немалый для дороги. Вот он берег Черного моря. Вдоль него и будем ехать. Слава Богу за все. Мы едем по Турции. В сторону Стамбула. Вон там впереди замаячило эти вывески. За рулем брат Николай. 2 часа ночи, а он ужинает. А брат наш старший Игнат Тихонович отдыхает. Ну и ураган тоже дрыхнет. Его задевать урагана нельзя, он не любит эти камеры. Это местное КГБ не любит. Вот Игнат Тихонович спит. Ну, Турция, если по карте смотреть, кто географию плохо знает, у кого двойки были и тройки по географии. Турция большое государство. Конечно, с Россией не сравнить, но едем мы уже довольно долго.
оно больше 1000 километров растянулось с запада на восток. Вот мы едем, или точнее ехали вдоль берега Черного моря, так сказать, лазурный берег, много там всяких курортов, отдыхающих. Вот, но нам не удалось искупаться, а вот наш четвероногий друг Ураган, он-то искупался. Его в первую очередь, конечно. Я ему позавидовал очень. Вот. И дальше мы свернули от Черного моря вот в сторону Анкары. Анкара — это столица Турции. А потом должен быть поворот на Стамбул. Ну, по-турецки это Истамбул. Вот Истамбул. 600 километров, что ли? Да, 639 было на вывеске. Заправлялись мы бензином. По карточке рассчитывались. 95-м, да, заправлялись. Вот. Ну, вот такие дела. Так. Вот мы находимся в Истамбуле. Бывший Константинополь. Вот Виктор Николаевич снимает, чтобы меньше было ветру, через стекло похуже. По мосту едем, Босфор. Все это исторические имена на устах у нас были, но видеть-то вряд ли кто видел это дело. Видите, как мост висит, на каких канатах? На большом канате вверху. Научились, как делать. Тут проезжали мы на столько кораблей. Когда выехали мы, и там где это было, последнее это Батуми, ну, почти. Да. Черное море, турецкий берег, вот поется, не нужен им берег турецкий. Именно Черное море с обратной стороны. С юга. Интересно так. Мы ехали-ехали, все время у нас море было с правой стороны. И вдруг подъезжаем к Стамбулу, море оказалось с левой стороны. Я говорю, так мы то ли обратно едем, ничего не понять не могу. У меня в голове это вот как бывает, навигатор работает, не туда линия переворачивается, начинает. Куда мы едем-то? Но оказывается, это другое море, совсем другое. И поэтому оно и оказалось уже не с правой, а с левой. Но сейчас переезжаем в Босфор, и нам нужно теперь доехать до КП. Как оно называется? Мпсала, Греция. Греция. Ну а там уже Александрополос и все, пошли. Как Бог даст. Все-таки мы прошли Грецию. Это сколько километров греческой территории прошли? Какой греческой? Турецкой. Турецкой. 1000 с лишним километров. Ну, с лишним это намного больше. Это по карте надо посмотреть и вымерить. Ну, расстояние было по указателю 1100 с лишним километров. Ну, вот сейчас вот мы едем здесь. Вот Виктор Николаевич показывает город, кто я не видел никогда. Это бывшая столица Греции, образованная Константином, Константинополь. И вот сегодня уже с исторической стороны, когда смотришь, православие потерпело 2 сокрушительных удара. 1453 год и 1917. С исторической стороны, с позиции рассматривать, ну забыть обо всем остальном, то ко благу это было. Потому что творилось в Византии, какие смещения царей, оскопляли сыновей друг у друга. Мы проехали по турецкой территории более 1000 километров. Я особо думал ролик составить. Что я увидел? Я знал, что везде нанимают турецких рабочих строить. Это профессионалы высокого класса. И вот они какие набережные, молы там строят. И вот как ограждение везде. И везде маленькие, чуть-чуть земля, квадратик, ну совсем 1-2 сотки. Все ровно выровнено, как в Японии где-то. И все это валики сделаны с одного участка на другой, не переплывает, показывает туда, вот направо. Вот. И везде то ли рис, то ли что-то там посеяно под водой. И все участки, участки. И видно, это трудяги, трудяги. Я даже тут больше рассматриваю, что если комитет 300 рассматривает пользу для всех, и мне почему-то непонятно было, когда они планы делают разделение России, что Китаю отдать, что Америке. Почему юг отдают Турции, а не тем, которые рядом? Да с ними сравниться некому больше. Это трудяги, это действительно будет народ другой. Ну а другие что там устраиваются на работу дворниками везде. А вот турки-то везде, они на должности. Это... Попадать очень трудно было нынче.
верхний лар, пропускной пункт на Грузию, оказался парализован, какой-то обвал. Обвал в тот день, когда вроде верховное у них тут правительство подписало закон в пользу садомитов. Их об этом еще патриарх говорил, беды большие ждут. Ну и они закрыли больше на полмесяца. Или сиди, или все закрыто на замки. Ну и решили опять возвращаться назад, Владикавказ, дальше на Махачкалу. По карте посмотрите, это 1700 километров. А это Азербайджан, там вообще особые порядки. На одной только таможне 12 часов пришлось пробыть. Замуровали, и ничего не сделаешь. Ты совершенно бесправный, как вот заключенных, когда провозят на этапе. Жаловаться некому, начальства нет никакого. Ну и вот такая же история у нас была здесь. Батуми. Батуми — это граница как раз с Турцией. Чего они на нас напали? Я думаю, не Батуми, все... а Сарпи. Сарпи. Таможенный пункт. Она рядом с Батуми, это так. Вот. Проходит очень быстро, до того понравилось как. Но нас остановили, тормознули, и все, вам не пройти. И что-то начали какой-то уважагу, долягу, уголовное такое все. Какие-то люди вокруг все деньги просят, вас не выпустят. Тут уже свои запаниковали, поворачивай назад. И я знаю, у выхода это Бог. Бог делает. Я говорю, братья, вся история в том, что не турки виноваты, а мы. Мы. Нам что-то Бог хочет сказать. Поэтому мы на молитву. И вечером мы стали как раз напротив тут здания милиции, у них полиция это. И стекло так отгораживает людей. О, не надо, он купаться очень любит. Вот сейчас искупал его, ну спасу нет. Ему плавать нельзя, ноги поломаешь, камни. Видишь, какие камни-то. Тихо. Мы долго молились вечером, а потом кое-как тут переночевали. Скрючились, три погибели. Багажник опечатан еще был вот, в Азербайджане, распечатать нельзя, еще успели взять. Ну, просто не покажешь как. Утром пришли, те же самые круги, говорят. Я говорю, причем тут круги-то, надо заново идти, новые люди. Мы молимся, подходят люди, одна там девушка дежурная, подошла вчера, чаю принесла. То есть у Бога есть люди. Сегодня узнали, что есть начальник директора, мы ходили вчера. Я гляжу, опыта никакого у наших братьев нету, совсем. Уже это не один раз было. Ломятся, они зовут, я сижу. Ну не зовут, нельзя, я подопытный. А мы вчера были. Ну были, сегодня-то другой день, я пойду. Пошел сам, все, начальник пошел, навел порядок. Тут же выделили людей, проверили, все и отпустили. Это уже не один раз, и в прошлом году та же история была, паника. Я говорю, доверия Богу нет, вот здесь Бог и проверяет, какая у нас вера. Просто мы думаем, что верующие, или действительно. Я стал у Бога просить просто молитву со слезами. И Бог дал мне. Утром рано встал, и 4 часа только на молитву ушло. И здесь пошли все двери открыты. Я говорю, Бог это делает для нас. За нас столько людей молятся. Без воли Божьей нет ничего. А если полностью они захватят машину, если эвакуатором, и вытащат туда, тогда назад уже не пустят. Тогда мы пойдем через Батуми, Абхазию. Абхазию мы не боимся. В Абхазии, если печать поставят, то Грузия не пустит, а мы туда больше не собираемся. Я так подумал, ну если так, а нет, значит сейчас что, поднимаемся до Польши, через Польшу уходим в Белоруссию и опять пойдем к низу. Ну еще там 5000 километров намотаем, подумаешь. Вот как любит купаться, ужасно где-то. Ну и получилось так, что вот это вот он рвется. Так, он бедный лежит там, не кричит, ничего в этом, запечатанный по 12 часов. Жара такая, пыхтит, спит, лежит. Собака вообще, цены никакой ей нет. И тут понятно, он прохладился. Ну и здесь возвращаюсь сегодня. Нашлись такие люди, и девушка этот. Я пошел, они вчера просили, что сначала 100 долларов. За что, непонятно. Прям маленько проходит времени, 300 евро. 300 евро, а где их я возьму-то? Тогда все, пошел отсюда. Маленько погодя пошли они 400, потом 500, потом 600 евро. То есть, ну явно дело, их чем больше цепляются. Они хотели дать подешевле, но никакой бумаги, чтобы не было. Бумаги не было. А бумаги нет, то ты. Не, я не давай, я под стол бросил просто деньги. И все, или в костер. А сегодня все оформили, все законно, и не взяли денег ни копейки. А то начальник с ними связан. Я не знаю никаких этих слов. Начальник... Выслушал, начальник-то турок, он по-русски-то не понимает-то. Ну, мы дали на английском языке, кто мы такие, куда. Он позвонил, идите, я позвоню, показал жестом.
Ну и получилось так, что вот мы здесь на пути сейчас идем к Стамбулу. А то рядом уже с границей Греции. Как только в Грецию мы войдем, это шенгенская зона. Там уже эти обыски такие не будут и проще. Ну, я ни в чем не вижу ни благословения-то. Вот. Куда ни гляну, все благословенно у нас. Встречаются люди, что-то дают там, то эти лары, левы там какие-то деньги, продукты. Я до того удивляюсь. Вопрос такой. У отца Наума когда были, и сказали, сказал о том, что у нас продукты отрезаны, запечатаны там под пломбой, нельзя взять. Такие потащили баулы, сумки, как будто они специально нас готовят. Они в магазин не бегали, откуда они взяли, я понять не могу. Там главное и вишни, и черешни, и огурцы, и помидоры, и вода там газированная. Ну, наша еда, как раз вся наша еда. Вопрос. А не думаете ли вы, если бы не было у нас этих пломб, то было бы проще проехать? А я и не думаю об этом, потому что не мы их делали, нас не спрашивали. Они их сделали. Мы только шагнули, и здесь обе рядом находятся таможни. И грузинская, и это. И она начала, они никакого отношения не имеют. А сегодня все оторвали, пломбы заглянули, а там ничего и нету. Ну, я везу книги в подарок, и наши вещи, личные вещи. Я да не думаю об этом, куда искать. Я не в этом. Дело в том, что внутри у нас нет доверия Богу. Я сказал, Бог сокрушит сатану под ноги наши. Давайте молиться. Люди смотрят, подходят там, фотографируют, спрашивают, какая-то вчера русская зашла, в чем проблема, вроде помочь. Я сказал, и тут же к ней подошел начальник, который там вечером был, и она, надо заплатить тогда уж раз такое дело, 500, и мне кажется, это все сговоренно было, специально подпускают женщину и все. Я ребятам говорю, у них опыта никакого совсем нету. Я-то с заключенными работал, знаю повадки этих, просто уголовники вокруг. И вот они подходят, гляжу, один Виктор уже куда-то утянулся. Николай, не ходи на шаг, не отпускай, он что попало на огороде там. Паспорт отберут у него или деньги, или что-то. Слушайтесь меня, слушайтесь. Не входите никуда. Как минута свободна, а я один стою, молюсь. Подходите, молитесь, у нас будет все хорошо. Ну вот и все, мы уже на свободе, на прохладе. А там я наговариваю, что мы не заперти. Нас даже меня разрешили выйти за КП, вот с этим другом, на оправку. Нашли туалет для самих себя. Правда, не едет. Ну успокойся, дорогой, успокойся ты. Ну, побежишь, ноги ты ломаешь. Нога застрянет, ломанешься и все. Мы найдем, где пляж настоящий. Вот так. Все тонкости сатаны Бог не повелевает нам узнавать. А что они задумали? Нам не безызвестны умыслы сатаны. Главная задача сатаны, чтобы мы не надеялись на Бога. Даже если обокрали, убрали, украли там, и тогда благодари Бога за то, он говорит. Это будет противно тому, что сатана ожидал. А если я стал говорить, о, такое дело, поворачивает с нами Бога, нет. Вот это сатана и хотел. Хотел. А мы говорим, на Бога надеемся, а что будет, мы еще не знаем, подождем. А подождем как? Мы стоим на народу у КП-то, внутри там, внутри помещения, где выдают, там, проверяются, в самой зоне, и молимся. То один подойдет, то другой. Но во время молитвы никто не подходил. Как только говорят, я говорю, поращивайтесь от них, которые там нас оккупировали-то. Помолимся. Начинаем молиться, они отходят. Молитва их отталкивает. Едут мусульмане, очень заинтересованные. Несколько человек нас фотографировали там на свои телефоны. Вот. Это вот только прошедшая ночь с 7 на 8 июня 2014 года. Ну а сегодня день Троицы, сошествие Святого Духа. Мы просим мира на эту турецкую землю. Перед ними тоже виноваты славяне. Такие войны были. С кем воевал? Суворов. Кто Измаил завоевывал? Так поэтому надо себя виновным найти, и перед Богом это расставлено будет. Нельзя это делать, сказал. Ну, ты видишь, камни какие, ноги поломаешь. Вон моряк какой нашелся. Вот прокомментируй, за Черное море. Вон какие-то стадионы, что он далеко, видать, сенер рыбацкий пошел. На кого сесть сенер-то? Он там на 20 метров. Другое дело, он там эти бразильские рыбаки, они раскидывают на 70 километров сеть. Тянут километров. И все подгребают, это невероятно, как облака. Так что... Я считаю, у нас все благополучно, и мы собираемся ехать. Звонила Ольга, это не звонила, а СМС прислала. Я сказал, я говорю, Витя, ты отбей ей, что у нас такая вот штука, что нас задержали здесь, заблокировали буквально. Так, Игнат Тихонович, после этого она прислала, помоги Господи, и стали там молиться, и у нас дело пошло. Да, пошло дело. Пошло дело, именно так. Ты узнал, мы все друг другу в помощь. Все молимся вместе, благодарим Бога. У нас очень дружно все идет.
И вот решили искупаться. Говорю, он сказал. Хочет купаться на наш питомец. Ага. Можно туда в угол зайти, ну, или там тоже люди. Рядом. Подожди. Возьми ты. Возьми ты. Он любит купаться. Хлебом не корми. И палки. Потом туда. Ну-ка. Ого, взял. Давай. Ураган на Черном море какой раз уже купается. Теперь в Турции только. Маленький искупается. А он наоборот хорошо машет. Давай скорее. Показал пальцем. Здорово. Сейчас, ходим. Он как далеко, Игнат Тихонович, закинул. Чемпион России по плаванию, наверное, тоже чемпион. Да. Вот такого-то вода течет еще. Ну, родничок откуда? Какой-то. А, вон она откуда течет. Вон откуда. Во. Иди сюда. Знаешь, не отдает. Хорошо. Так, близко не подходите, а то сейчас забрызжет камеру. Заряда сколько у него. О, наш ураган, чемпион России. Дает. Это Турция. Везде мечети. Ой, молодец такой, а. Молодец. Подожди, я сейчас пройду. А ну-ка иди, забрось. Слушай, а ну-ка на, забрось. Забрось кто-нибудь. Слушай. Давай. Вот туда поближе подойди и забрось. Нету, нету. Детские ребята, вон как далеко бросил. Спаси Христос. Хорошо. Вэри гуд. Мы from Russia. Bebek jeans-te jeans. Alman kurdu. Ураган. Ураган, ураган. Ветер, винтер. Ко мне. Ко мне рядом. Как? Рядом. Рядом иди. Вот так. Сидеть. Хорошо. Рядом. 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 Хорошо. Сидеть. Лежать. Хорошо. Все, пока.
Сейчас парни там, выходи. Фу! Ну-ка, дай. По парнишке. На, забрось. Забрось, что? Забрось. О, как далеко бросает. О, вот это да, я понимаю. Все, пойдем. Ты не будешь купаться? Да хотел бы. А я как подержу тогда или как? Да можете уводить его. Можете уводить. Аби! Чтобы он обсох, он в песке весь будет. Аби! Аби! Рядом бери. Аби! Аби! Рядом. Аби! 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 Нормально. Ну ладно, мы потом будем покупать, все в песке здесь. Пошли. Сейчас километр 15 отъехали от таможни греческой. Прошли турецкую и сразу греческую. И за все, про все там на таможне, ну не больше 20 минут у нас было потеряно. Такого не было нигде так быстро. Только вышел указатель на дороге, 130 километров. В дороге самое трудное — найти туалет. И вдруг брат Николай нас мужчина увидел здесь как бы парковка. Но больше сразу деньги платить. Все, больше ничего нету. Ну, хотели снимать раньше, но и с ужином тут замешкались и в темноте. И вот подходим к этому зданию, ну, в помещение. Смотрите, как само загорается. Я просто шагаю. Я шагнул, и все загорелось. Смотрите, вода, пожалуйста. Наша бутылка осталась, забыли, пришли. Сейчас, подожди, я маленько еще и попью здесь. Господи, благослови. Ну, греки до того поразили. Думаю, ну у нас это не Сибири. Этот кафель за ночь весь откололи, унитазы утащили, еще и уши наворочили. Здесь душ, наверное, или что? Да, видимо, тут будет у них душ, ходить и туалет, прийти, и написано, где женское отделение. А то вот писсуары, какие сделаны для мужчин. Ну-ка, подожди, начнем чуть-чуть его. Посмотри, оттуда вода еще смывает. И никого нигде нету, все заперто. Теперь пошли дальше. Выйдем. Ну, подойди. На улице еще одна раковина. Вот она. Где она? Я не знаю, тут как я поворачиваюсь. Ну, ладно. Вот дальше и заходим. Вот. Пошли? Ага. Вот, вон. Ну, это, похоже, что женское. Здесь писсуар, пожалуйста, тазик, унитаз, вода, вот подошел, нажал, ну, нажал, тут не получилось это у меня, да ты не у меня получилось, да вот смотри, пожалуйста, будешь пить? Пей. Вот он, я давай. Греческую воду ураган пьет. Ураган пьет греческую воду, но в турецком там... В турецком плену был, а теперь греческую воду пьет. Пьет чудесный, охраняет попутно. Греки встретили нас очень радушно, то есть никого нету, и вот это что они оставили. Ну, тут лапу оставил, маленечко. Вопрос, Игнат Тихович, почему так на таможне быстро нас пропустили? Почему? Где-то 20-25 минут всего лишь. Да. Как вы думаете? Ну, во-первых, что у нас было долго держали, это самое нехорошее. Это азербайджанское. Хуже даже некуда. Нет, больше в Турции. А? На турецкой. На турецкой больше. Турецкая там это просто уже дурнина пошла при входе. А азербайджанская так, у нас же, вот, а что это такое, иконка, а нельзя, там визитки нельзя. Давай общупать меня, руки растопырь, давай мошонку щупать, проверять, мужчина ли, женщина, или ему охота что-то другое. Ну не знаю, и 12 часов просидели там уже, там ни туалета не пойти, ходишь и спрашиваешь. Здесь вот Греция нас как будто специально встречает, смотри, женских, раз, два.
помыться, воды набери. Вообще, такого я сколько проездил в мире, не видал, ни в Америке, нигде, что никого нету вообще. А на улице 4 крытых, сидеть за столом, 2 стола и получается 6 скамеек. Значит, пройдемте, можно пойдем покажем. Показать. Ну, вон там далековато, на эту сторону можно пойти. Посмотри, сколько там, видать, нет. Вот, машины как ставят. И дальше с другой стороны там, вон луна над Грецией. Вот заехал какой-то человек на этом, ну, на трейлере. Поремонтировал, туалет сходил, пошел. Посмотрим, куда зайдет. Там нельзя? Нет. Зайди бутылку, возьми. Мне подай ее, вон она стоит. Давай. Там мы забыли нашу бутылку одну. Вот. Мы бы лучше засняли, если бы, ну, более профессиональные. Ну, первым делом сняли, а потом бы ужинать стали. Потому что хороша ложка к обеду. Вот, посмотри, закрытая, и таких три штуки. Вот, крытая. Два стола, так какие столики-то? И четыре скамейки. Все это закрыто. И денег ясно, что не берут. Вон там дальше еще одна видать. Ну, плоховато видать. Смотри, дальше. Вон туда направить. Вон, не видать, наверное, да? Можно подойти. Вот тут что-то тут, провод какой-то. У нас бы это все сбрили, утащили, даже разговаривать не стали. Русская диаспора. Мы там третий с той стороны. А вон там наша машинка. Пойдем туда. Вот с этой стороны мы пошли. Ездим будет. Тут плохо слышно. Но однако видно, что... Вот, все размечено, вот асфальт, как положено. Я никогда не видал нигде, прошли 30 таможен, в прошлом году только. Вот видишь, как все открыто. Греки вообще поразили просто меня. Это они умышленно все сделали. Конечно, сравнить жизнь, как работают турки, очень трудно. Богато. Работяги. В Азербайджане там все есть-то. Здесь-то, я не знаю, есть или нет, нефть у них тут. Ну, бедно. Но духовно-то как они, смотри. Они меня просто поколебали. Я такого не видал нигде. Вот брат наш, освети его. На ночь готовится палатку Николаевскую. Кто он выбрал это место? А нет, так не знаю. Ну, куда мусор? Сюда уезжать, вот туда переезжать. Это для грузовиков место. Витя, я со стола поприезжу, вот подойди сюда. Игнатий Тихонович. Подойди. Отсюда надо уехать. Послушайте. Почему? Это для грузовиков место. Ну ничего не будет. Постоим. Ну как ничего не будет? Здесь грузовики, если будут вставать, мы им будем мешать. Да не может не будет, никуда не поедем. Опять 25, вот ничего себе. Чего ради? Несуществующие грузовики найдут место, полно его. Мы гости у них. Лучше этого места не найти. Вон туда надо переехать, вон туда. Вот для легковых автомобилей там. Ну давайте там, разницы нет, только не отсюда не уезжать. Тут туалет, вода, все есть. Вот сейчас продукты все, погрузят, выключай.